Так, ну, пользователи активные, кто со мной работает, вроде здесь. Поэтому остальных не ожидаю. Начинаю. Итак, тренажер называется «Поочередно включаются зеленый и красный огни на проходном светофоре 5». Поехали. Теперь у нас чехарда немножко другая. Теперь у нас вот так происходит. Зеленый и красный на пятом сменяют друг друга. Наша задача найти, по какой причине это происходит. Есть ли у нас помощник в виде диаграммы? Ищем D6, зеленый и желтый. А вот D7 это у нас мигание зеленого и красного огня. Помощник есть. Что предлагает мне диаграмма? Это попросить машиниста о работе ALSN. Либо оно не работает, либо работает со сбоями. Сейчас попытаемся это сделать, если такая возможность есть. Так, пост DSP. Так, информация о показаниях ALS. ALS работает за светофором, но наблюдаются сбои в показании локомотивного светофора. Так, за светофором работают, но сбои. За светофором работает. Отсюда вывод я делаю какой, что на самом деле эта пятая точка здесь не при делах. Потому что если сбой за светофором, то проблема-то у нас где-то на питающем конце находится. То есть на третьей точке у нас питающий конец находится. Итак, не работает перед светофором не то, работает со сбоями перед светофором тоже, мягко говоря, не то. У нас написано, ALS работает за светофором. То есть, грубо говоря, наша картинка, такое ощущение, что нам никак не поможет. Не работает перед светофором. Ну, разве что, опять же, ошибка здесь, и тут сказано, что за светофором. Наверное, вот здесь вместо перед должно быть за. Здесь со сбоями написано, да? Работает со сбоями перед светофором. Но перед светофором-то оно понятно, что будет со сбоями, потому что если оно за, у нас ALS не работает. Ну вот в данном случае немножко у меня расхождение. То есть все-таки где ошиблись? Вот здесь, когда писали нам, что за светофором, а на самом деле оно перед светофором. Либо верить тому, что это действительно оно работает за светофором нормально. Ну, как перепроверить можно себя? Это, конечно, можно на пятой точке взять и посмотреть на работу импульсного руля, как оно принимает код. Там, наверное, нам подскажут все-таки, что там за проблема-то у нас какая. Давайте на импульсное руле посмотрим. Но вот мне кажется, что очень грустно будет, если проблема будет из-за третьей точки, с которой что-то неправильно идет у нас с вами. Ну, давайте, не корову проигрываем. Итак, на пятую точку. Так, проверка в релейном шкафу. Так, что у нас на импульсном реле? Временные параметры в рельсовой цепи. Так, временные коды. Наблюдается периодическое на 3-5 секунд пропадание кодовых сигналов. Во как. На 3-5 пропадание кодовых сигналов. Основное реле от приходит пропадание. Вот те раз. Таким образом, наша пятая точка здесь точно не при делах. Так, что у нас здесь? Входом же без искажений, не то. Отсутствие перемежающих обрывов стыковых соединителей, работа реле Т на впереди сигнальной установки. Значит, что из того, что мы сделали? У нас искажение на реле И, поэтому мы полностью D5 не трогаем. И, как я уже говорил, мы приперлись сюда фактически зря. Отказ у нас где-то либо в рельсовой линии, либо это проблема, которая родилась на сигнальной точке номер 3. Ну что,
Если мы грешим на рельсовую линию, тогда самое время, что делать, это пытаться идти по рельсам к третьей точке и измерять напряжение, опять же, проверять тот самый код, как, где подается, а где нет. Если мы с вами найдем такой стыковой соединитель, ну, или такую стыковую точку, где коды идут нормально там как-то, то проблема будет, наверное, нами обнаружена. Так, значит, что это у нас? Переход на другие места работ. Проверка исправности рельсовой линии. Что мы видим с вами? Перемежающийся отказ стыкового соединителя, вызывающий периодическое выключение импульсного реле И. Вот у нас как дело было. То есть, возможно, по соседнему пути, когда поезд идет, трясется полотно. Из-за этого трясущегося полотна у нас время от времени то замыкается, то размыкается. Поэтому код то есть, то его нет. Из-за этого и происходит чехарда с перемигиванием зеленого на красную. А еще раз обращаю ваше внимание, никаких красных знаков, но появилась кнопка вперед. Поэтому читайте, пожалуйста, что вам пишет тренажер. Отказ обнаружен. Неисправны стыковые соединители. Ну вот так мы сегодня с вами сделали некую такую пробежку. Я мало здесь ищу отказов вот в этих четвертом и пятом. Почему? Потому что их там и в тренажере мало. Поэтому вам все их не полю ответы. Для чего еще мы делаем тот самый запись видео? Для того, чтобы вы не делали так, как делают студенты-очники. Они пытаются вот на эти картинки смотреть, каким образом. Они вот просто по краям смотрят. Так, что нужно здесь проверить? КПТШ. Пошли проверили КПТШ. Тут что надо сделать? Проверяют конденсаторы. Тут что надо сделать и так далее. То есть берут, просто по концам проходят. Тем самым просто перебирают варианты отказов. То есть если вы будете так делать в своем видеоролике, то есть перебирать возможные отказы, а не по алгоритму какому-то следовать, то тогда получится, наверное, оценку вам за экзамен положительную вряд ли поставят. Ну что, у меня без 10 опять 9 примерно. Я также завершал вчера, чтобы, как говорится, благополучно все успели приготовиться к просмотру хоккея. Можно, наверное, нам закругляться. Вопросики у вас какие есть? Целая куча вопросов. Ну, в таком случае начну отвечать в алфавитном порядке. Итак, что мне нужно сейчас сделать? Это Торопова, второй пароль для него восстановить, который я удалил. Ну, остальные... А, второй пароль, который без времени, что ли? Да. А зачем он? Я лучше со временем, я поделаю. Ну, просто иногда такая штука есть обидная. Какой-то отказ попадается. А решить как не можете. И тогда все, хочется понятно. Зайти с бесконечным временем, чтобы его найти. К таким отказам относятся вот те, которые здесь у нас на диаграммах не все присутствуют. Так, ну что, тогда с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Не забывайте с меня трясти задание на практику. Да. А в субботу подскажите, сколько будете вы собирать нас? Ну, я стараюсь по расписанию собирать вас. Если я вам подсказывал, вы хотите раньше, то нужно мне об этом предупреждать. Ну, вы же у нас одни будете. Я откуда знаю, один я у вас или не один. Может, пораньше как-то. Ну, как группа решите, так и пишите, чтобы я... Да, там, по-моему, выяснил. Там две пары и ваши только. В общем, как решите, поэтому мне подсказывайте. У меня других пар в субботу нет, поэтому хорошо. Я могу вас поднять, если желание есть у вас. Так, до хорошо. Субботы не забывайте мне напоминать про учебную практику. Я примерно ее уже нашел, осталось только с Некрасовой вопрос решить, что там у нас с оформлением будет.